29 глава книги Иова. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои». Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет. Лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих.